С добрым утром, ребятки, отправляемся в Мехико-Сьюдад. Muchas gracias. Sí, hasta luego. На автобусе где-то около часа. Ребятки, купил иго, по-русски как фиги, наверное, фиги. Нереально вкусно. И да, цена за 250 грамм 25 песо. Ребята, у нас идет о... нужно носить маски. Нам вот или не нужно. И вот человек не боится не умереть, не боится не ковид, ничего. Но носит маску, дышит через маску всю свою жизнь. А вы как? Какой вы? Ребята, все, в Мехико-Сьюдад. Вот на машине доехали за 60 песо. Можно на автобусе, но автобус стоит минимум 150 и дороже. А так мы долетели с комфортом на новой машине на 60 песо. Ребята, ну мы добрались до места назначения. Можно добраться автобусом, метро, на такси, но здесь все местные пользуются Uber. Квартира творческих людей, ребята. Сад. Просто на балконе сад, смотрите. Коллекция пластинок. Проигрыватель. СССР. Ребята, сейчас наблюдал здесь, что я там соки находятся. Это просто мороженое. Идем в университет. Метро, ребята.
прикол у них в метро колеса, смотрите, резиновые. Автобус ходит по территории университета. Это вот автобус в университете, смотрите, водитель отгорожен просто от всех такой херни. Ребята, тут цветы такие красивые. Они как будто пластиковые какие-то, не настоящие. Ну, на самом деле растут здесь. Ребята, я тут пещеру нашел. Но она такая, видимо, без продолжения. Да. Но все равно интересно. Museo de Arte Contemporáneo. Sí. De aquí reciben las colecciones más importantes de arte contemporáneo. Ajá. Y pertenece a la sección cultural de la UNAM, que es la Universidad Autónoma de México. Estamos en la Universidad Autónoma de México. Y esta es la sala Nezahualcóyotl, una de las salas con mejor acústica en América. Y bueno, hay presentaciones de orquestas, grupos musicales muy, muy importantes. Esa es la sala Julio Bracho de cine contemporáneo también. Aquí suceden muestras internacionales y es un referente de cine para todos los universitarios. Ahí están los teatros más importantes de Ciudad Universitaria, que es el Juan Ruiz de Alarcón, que pertenece al teatro clásico, pero también hay teatro contemporáneo. Y luego está el Sor Juana Inés de la Cruz, que fue una poetisa de origen vasco, pero radicada aquí en México y fue muy importante. Pero ¿sabes qué? No doy más entrevistas. ¿Por qué? Vámonos. Y no pienso hablar más sobre ningún espacio escultórico. ¡Ajá! Ребята, вот эти вот горы называются русскими. Монтаньес Русос.
У меня мечта сходить в театр в Мехико сюда. И вот этот театр приглянулся мне еще давно в районе Куйоакан, если я не ошибаюсь. Надо сходить обязательно. Ребята, прикол, как у нас. В Советском Союзе, смотрите, в автобусе люди едут, свисают на поручни, вот так вот. Я не знаю, сейчас, наверное, получше, да, в России, что? Безопасность здесь всех снимают. На камеру. Все проверяют, смотрите. Ага. Вот так вот. А нож не заметили, а у меня с собой нож.
Вот на таком комфортном автобусе можно добраться за 160 ПСО. До Тепослана из Мехико сюда.